вами Сунхандер, и я сегодня играю на сервере Мистика и Лагера. Со мной сегодня играет мой друг. Let's Mouse. Да. Всем привет. Да, Let's Mouse. Он такой мотый. Короче, ребят, я только что зашел, только что скачал этот сервер, да. И сейчас я буду искать Let's Mouse. Чувак, скажи свои корды по карте. Минус 1197 плюс 40. Понял. 61. Мне нужно идти на минус 1000, вот. Значит, он по прямой бежал, да. Ребят, мы будем бежать. Ну, в общем-то, сегодня мы будем, наверное, выживать. Ну, тут разные моды. Таункрафт 3, ребят. Я сам офигел вообще. Прям в шоке был. Вообще жопа полная, ребят. Я вам отвечаю. Качайте сервер, заходите вообще. Вот, ребят, реально отвечаю. У Let's Mouse все-таки появился свой новый канал, да. Заходите на него, смотрите и любуйтесь. Да, и подписывайтесь. Да, и подписывайтесь, конечно же. Иначе никак, ребят. Если вы не подпишетесь, не знаю, что будет. Нет, я не знаю, что будет. Короче, ребят, забейте. Так, и сейчас повтори свои корды. Минус 1994, плюс 39, 61. На высоте 61, а я на высоте 64. Так, я уже бегу на 1000. Но почему-то... Я мимо зимы еще пробегаю какой-то. Ну ладно, пофиг. Что-то вроде зимнего, мини-зимнего биома, да. Сейчас я бегу все-таки. Ко мне какой-то гонник подбежал, начинает меня же зажигалкой мутузить. Да мне не смешно. На! Я его сейчас киркой замочу, ублюдка. Ты забьёшь? Нет. А, нельзя. Fuck you. Я убегаю. К черту. О, да fuck! Ебанат натрий. Ага. Чуваки, я сейчас умру. Если я сдохну, будет обидно. А хочешь пойти себе кажется? Давай. Сейчас я. Есть, понял, лавочка. Ах ты ж, блин, ублюдок. Он ушел. Блин, ну куда мне теперь идти, ребят? Не пойму. А, вот. Нет, что-то не то. Фак. Что за черт? Чего я не могу найти ты? Блин, что за... Хули. Блин, ребята, я не могу найти. Давай ты это, меня ТП-то тогда, если ты можешь там что-то сделать. Туда... У меня нет. Фама. Блин. Я два. Блин, чувак, я почему-то бегу по снежному лесу. Я не пойму, почему не... я бегу по снежному лесу. Как мне тебя найти? Как ориентироваться? У меня такой домик. Ух ты, чуваки, снежки, лопата это пригодится. Блин, ребят, давайте осмотрим этот сервер, наверное, тогда. Ставьте лайк за сервер, кстати. А лучше на PvP? А как? Ну, выходи с сервера. Зачем, блин? Выходи. Я только что зашел, ты издеваешься надо мной. Выходи. Ну, блин. Ты издеваешься. Видишь, это Магик 1 PvP? Нет. А, точно, это сервер такой, да? Да, заходи. Ну, ребята, конечно, выглядит, да? Магик... Какой Магик? 1 PvP. 1 PvP, вижу. Зашел. Так, ты потерялся? Ты на спавнике? Да. То есть я на спавнике. А тебя как зовут-то? Колян. Вот он ты, вот он я. Я няшка, да? Чувак, я няшка? Выключи дождь. А, дождь, а как его выключить? Один вопрос. Зайди в настройки. Понял. Вот ты был. Понял. Все вырубил. Вау. Че ты где? Вау.
Чувак, пошли, пошли выживать, чувак. Чувак, какая красивая. Ну, чувак, побежали. Чувак, ты что, опять с тёлками мутить, а? Ребята, это всегда происходит, когда он их видит. Пожалуйста, не надо, побежали отсюда нафиг. Дена. Ну, хорошо. Ух ты, ух ты, реально няшка. Няшечные моды тут. Ну что вы напинать топором? Чтоб ты сдох, ублюдок. Ема, что за фото, смотри, как разыгрался. Вот. Сзади. Я не хочу я. Да блин, быстрее, смотри. Охренеть. Охренеть. Вот, видишь? Ага, видел, я его уже видел. Побежали, чувак, пошли. Вот он, вот он, ботик. Кто дружит? Без скайпа. Ты иди, да, пошел ты, вон. Ты красивая, ты красивая. Короче, чувак, я побежал в ту сторону джунглей. Ну что, надо немножко побежать. Ой, какая ты красивая. Она сделала улыбку. Она сейчас с ума, он сейчас с ума сойдет, ребят. Наделала. Кстати, ребята, сколько вы видите тут предметов, столько и должно быть лайков, да. Такой закон, ребята. Я буду, наверное, играть на этом сервере вечно. Спроси у нее, есть скайп. Ребята, это священное дерево Стаункрафт вроде, да. Я его срублю. Фама. Почему я могу его срубить? Где можно рубить уже? Ну ладно, убегу очень недалеко. Чувак, иди по моим координатам, а? Пускай. Подожди, я скайп. Ну что напишет? Скайп есть, но у меня микрофон сломался. А вы что, без микрофона разве нельзя? Я же без микрофона вроде разговариваю. Да, ребята, я разговариваю без микрофона. Ребят, ну если честно, если вы умрете реально от скуки, то вообще, когда будете ждать, когда загрузится каждый мод этого сервера, вы умрете. Я реально отвечаю. Видно, тут кто-то. Много. Ясно, я начал рубить тропическое дерево, чтобы мы смогли жить. Всадник света. Мы понял за это. Ребята, меня чуть-чуть лагает. Надо выключить гребаную музыку. Да. Так. Она тебе дает скайп? Да, уже дала. Ну что, добавил? Всадник. Точка. Света? Всадник. Точка света? 2014. Твою новую телку зовут Света? Светлана Иванова. Светлана... Тьфу ты нафиг, блин. Я не могу правильно сказать. Ну ладно. Ребята, хотите дружить со мной, добавляйте в скайп. Сэм, 3131, да. Я там в няшной маске, да. Ой, да, блин, я не так написал. Блин, чувак, ты можешь на тему съемки разговаривать? Ладно. Ребят, буду снимать видео по 15 минут. Не больше, не меньше, да. Таймер у меня идет, я вижу. Микрофона. Так что, ребята, учтите. Так, тут все задюпано. Ой, это заплевательно, что ты задюпано. Так. Так, блин. Чувак, я уже далеко ушел. Не тащи. Так. Голову подали? Интересная команда, ребят. Никакая. Обидно. Тихо, молчи. Понял. Скайпи, кажется, я вызвал. Ребята, у меня паника. Что за паника? Паника, ты все время телок в скайп вызываешь. А, да, кстати. Вытащи микрофон, болтает, только звук вруби и все. Хотя звук врублен. У меня, да.
А иначе... Всадник света! Она такая няшка, то что всадник, да? Ой, залагала! Я ее поцеловала из-за этого. Ты поцеловала? Ребят, вы это слышали, да? О, господи, ребят, у меня паника настоящая. О, черт, fuck you. Простите, но это реально угар. Он ее подожди, поцел... сейчас я... Он поставил на паузу, значит, с телкой болтает, да. Вот, ребята, мы остались один на один. Сейчас мы будем искать подходящее место для дома. Чуваки, вы это видели, да? Так. Что же надо крафтить? Ну-ка. Вау, это что такое? Их что, крафтить нельзя? Фу нафиг. Блин, он уже заприватил дом. Так, ребята, я буду где-то жить не в зиме. Это уж точно. Сейчас будет Спарта. Спартанская кирка! Нате. На. Хедшот. Короче, ребят, уже прошло 11 минут съемки, да. Сейчас найдем место для дома. В следующем видео я засниму, как буду уже дома. Ну, строиться, короче. Как строить буду? Ну, или построю дом, пока буду выкладывать видео. Ух ты, ребят, зацените. Ну, блин! У меня нет меча. Света! На! Ребята, сейчас ПВП, он. Нуб, хелп. Нуб. Хелп. Ой, блин, неправильно. Написал. Да ладно, короче, пофиг. Ребята, будем, короче, будем. Ну, где-то вот между, вот, между пустыней и равниной, да. Буду устроить дом. Устроюсь там. Ну-ка, сейчас напишу. Какая же там была команда, вроде приватинг? Приватинг или нет? ИНГ. Неизвестная команда. Ну, блин. На тебе! Блин. Ого, я уже куда ушел, далеко, по-видимому. Ну, знаете, мне нравятся такие моды, они прикольные. И текстура. Надо бы текстурку поставить на эту версию. А какая эта версия? Хороший вопрос. Да, ребят, давайте. Ну-ка. Да, вот, можно уже добывать песок. Значит, можно построиться где-то здесь. Так, вот здесь где-то. Да. Эй! Да блин, чё он так долго молчит, Коля Клименко? Да. Ну-ка, рубить дерево можно? Нет, найн. Значит, нельзя строить дом. Это очень обидно, ребята, но почему-то он не возвращается в скайп со мной поговорить, да. Значит, буду прощаться я за него и за самого себя. Так, дом я буду где-то строить, да, здесь вот точно. Где-то в лесу. Сантигрифер. Ладно, осталось 1 минута до конца съемки. Ищем. Что ж такое-то? Ну вот, где-то здесь буду строиться, наверное. Ах, сейчас посмотрим, тут можно копать? Нет, тут нельзя копать, ребята. А тут... Да, вот, тут можно копать, ребята. Тут мы и построимся. Построим себе домик. Да. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Сэм Хендер. Всем удачи, всем пока.